вот сейчас как раз он принимает мяч корпусом, укрывает. Ну, отобрать у Ульянникова мяч крайне сложно. Ой, как здорово, он уходит от Ануфриева! Комисов удар, и как легко здесь! Покажите на втором канале вот это вот, вот этого судью покажите. Крылов и разбег. Бьет Крылов точно! А вот и Паша-то, да? Вообще, что ж сделал, что ж сделал? Ну, не было свистка. Мы продолжаем игру. Он берет мяч, поймал. Фу, мы с этого штрафного получили. А должны были в другую сторону бить. Если я... Ребят, ну давайте не думать. Чуть быстрее ножками. Там... Ничего страшного, что встал, потому что я штрафной сработал. Ну, быстрее. Вы дайте думать. Они дают передачи по набегающим. С игры они нихуя не проводят еще. Но они за счет контроля где-то подставились, где-то судишки придумали. Они зарабатывают эти штрафные. С которых, вот я вам говорил, они только с этого могут забить. Обе команды КФЛ Запада относятся. Важно нейтральный, это же нас судьба круга. Важно нейтральный. Чтобы это было не предвзято. Тихо, да, 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 да